Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор флакона Фэмми с крышкой роза 10 мл. Любой аромат имеет свойство выветриваться и со временем утрачивает свои ароматические свойства. Поэтому выбор тары для парфюмированных косметических продуктов – дело серьезное. Те, кто разбирается в парфюмерии, прекрасно знают, что для хранения ароматических составов необходима стеклянная тара. Это касается и духов, и туалетной воды. Кроме этого, всегда так хочется, чтобы ароматические составы еще и привлекательно выглядели, чтобы им удобно было пользоваться. То есть, чтобы тара имела хороший распылитель, зодик для нанесения средства или дозатор капель. В ассортименте мыла Опт вы найдете хороший выбор косметической тары для любых составов. От баночек для крема до прелестной фигурной бутылочки флаконов. Мы регулярно пополняем наши склады привлекательными и удобными в использовании флаконами, не забывая про новинки и оригинальные жидкости, в которых порой нуждаются наши клиенты. Все парфюмерные флаконы размещены в интернет-каталоге магазина с указанием актуальных цен, и заказать их можно моментально, не отходя от компьютера. Мыло Опт реализует косметическую тару как в розницу от одной единицы товара для самостоятельных косметологов и парфюмеров, так и оптовым партиям от сотни флаконов со значительной оптовой скидкой. Вот так выглядит данный флакончик. Такая крышечка. Она легко открывается, хорошо закручивается. Крышечка как роза. Вот так хорошо закручивается. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!